Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников «Богоматерь с Иисусом и Ангелом» Сандро Боттичелли, 1470-е годы. Дерево темпера масло, 85/65. Образ Девы Марии с младенцем занимал одно из центральных мест в творчестве флорентийских художников Кварточента. Этот сюжет встречается и в произведениях Сандро Боттичелли. На картине Мадонна одной рукой держит на коленях своего божественного сына, другой касается колосик пшеницы, отмытых в чашу с виноградом. Ангел, подающий ее, изображен в виде прелестного юноши с длинными каштановыми волосами в одеянии церковного ученика. Чаша с виноградом, из которой получает вино, и зерном, из которой делают хлеб, является прямым символом таинства, причастия вином и хлебом, как кровью и плотью Христа. Как это было принято в образе Девы Марии с младенцем, художники Возрождения стремились передать не только один из начальных этапов божественной истории, но и ее последующий ход, обозначенный знаками. Надо сказать, что данная картина была куплена в начале 20 века у одного из членов княжеского рода Киджи, известного в Сиене. Ну вот так вкратце то, что мне удалось найти в интернете о работе Сандро Боттичелли «Богоматерь с Иисусом и Ангелом», 1470-е годы. Пока-пока, до свидания.